Жительница Шадринского муниципального округа поверила предложению легкого заработка и потеряла 290 тысяч рублей. По телефону ей предложили легальный заработок путем проведения финансовых операций, для чего необходимо внести на счет определенную сумму денег. Жительница Зауралья обратилась в подразделение банка и оформила кредит. Женщина перевела деньги на указанные незнакомцами счета. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Житель Кургана подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Мужчина подал уведомление в МФЦ о регистрации приезжих мужчин. В ходе проверки выяснилось, что на указанный адрес жители никогда не прибывали. Органами дознания возбуждено уголовное дело. В областном центре сотрудниками уголовного розыска задержана местная жительница. Женщина скрывалась от органов предварительного следствия. Гражданка подозревалась в покушении на сбыт наркотических средств. Злоумышленница заключена под стражу. В Петуховском округе сотрудники задержали подозреваемых в незаконной охоте. Наряд ДПС остановил для проверки документов автомобиль ВАЗ. В багажнике автоинспекторы обнаружили мясо дикого животного и ружье. Полицейскими задержаны двое зауральцев и житель Тюменской области. По месту проживания одного из подозреваемых обнаружили разделанную тушу животного. Материальный ущерб составил 240 тысяч рублей. Автомобиль, оружие и добытое мясо диких животных изъяты полицейскими. В Китовском округе возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в дорожно-транспортном происшествии. Водитель управлял автомобилем ВАЗ без государственных регистрационных знаков. Не справившись с управлением, мужчина допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия водитель и пассажир получили телесные повреждения. Еще один пассажир от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. В Каргопольском округе сотрудниками полиции раскрыт угон автомобиля. Молодой человек заметил незапертый легковой автомобиль с ключами в замке зажигания. Гражданин проник внутрь, завел машину и отправился по своим делам. По дороге в транспортном средстве закончился бензин. Он бросил угнанный автомобиль на трассе и на попутке вернулся домой. Утром владелец заметил отсутствие машины и обратился в полицию. В результате разыскных мероприятий транспортное средство вернули его владельцу. Подозреваемый в совершении угона также установлен. Зауральские полицейские вернули собственнику украденный автомобиль. В отдел ГИБДД для совершения регистрационных действий обратилась жительница региона. Для проведения осмотра и дальнейшей экспертизы установлен первоначальный номер транспортного средства. Автомобиль находился в федеральном розыске. Он был угнан в городе Екатеринбург. Украденный автомобиль возвращен владельцу. Житель Кургана подозревается в краже крышки канализационного люка. О случившемся в полицию сообщила местная жительница. В результате разыскных мероприятий полицейские установили личность мужчины. Похищенное он сдал в пункт приема металла. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил более 8 тысяч рублей. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».